Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу! Вот это, Андрюха, мы с тобой тачки сделали! Моя разгоняется за 3 секунды до сотки, а твоя? А моя за 2! Ого, сейчас посмотрим, за сколько Бабяна машина разгоняется! Интересно, что он себе сделал такое, да? Интересно, как он зачипировал свою тачку, ё-моё. Не знаю, Андрюха, мы-то люто прокачали. Ой, о, смотри. Погоди, а это он там едет или кто-то другой? Что за клоун? Бабян! Это ты, что ли, братуха? Ты что делаешь? Ну а кто ж еще, ё-моё? Чё вы тут кайфарики? Это что такое у тебя здесь? Это моя колесница. Бобис, подтолкни-ка меня. А, мы же договорились прокачать тачки и сделать их супер крутыми. Ты, видимо, что-то не так понял, Бобис. Да, это тачка на прокачку. Ну, подтолкните меня. Ну, потолкаю. А чё ты, Бобян? Мы с Андрюхой прокачали двигатель, коробку. А ты что с колесами сделал, братуха? А я колеса прокачал. Слушайте. Ё-моё, Бобис, вот это у тебя тачка. Ну что, парни, я все-таки предлагаю сегодня поехать на нашу гору смерти и испытать наши машинки на прочность. Посмотрим, чья тачка будет круче на опасном спуске. Я уже испытал Бобяна колесницы на прочность, у него же колеса второго нет. Ну это вообще угар, Бобис. Ну что, парни, поехали, может, на эту гору уже? Давай. Ну давай, рванули, показывай путь. Так, ну нам прямо, там потом туда налево, потом опять направо, опять налево, дальше прямо, потом налево. Там будет перекресток, на нем получается прямо, потом на повороте налево, потом на развороте прямо, направо-лево, и потом уже через лес и на гору. Шо? Налево и по прямой ехать. А, в натуре, Бобян, так короче, вот тут, Андрюх, налево. Хорош, давай, поехали, какая-то широта, долгота. И по прямой. Вот сюда. Это ну поехали. Сюда нам. Бобян, ты едешь? Парни, не отставайте от меня. Не понял. Ой, туда. Парни, я догоняю вас. Ага, поехали. Слушай, у тебя в поворот она неплохо входит. Ну что ж, ребят, всем здорова, с вами по-прежнему Оверфони Бобби. И добро пожаловать в максимально угарную веселую игрушку под названием Bimenshi Drive. Всем доброго времени суток, уважаемые автолюбители. Здарова, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с парнями будем делать самую настоящую суету. Сегодня мы будем на интересных машинах совершать скоростные заезды смерти на огромной горке. Опасный спуск со всевозможными препятствиями сегодня будет у нас. Ну и, конечно, как вы уже поняли, машинки у нас будут непростые. Посмотрите на тачку Бобиса, а конкретно на ее опасные колеса. Сейчас Бобян попробует догнать нас на этом спуске. Мы с Андрюхой будем уезжать от Бобиса, а Бобби будет использовать свои опасные колеса для того, чтобы нас остановить и уничтожить. В общем, ребят, приколов будет сегодня много, приколов будет очень круто, много, здорово. И, короче, смело ставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. Ведь у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо, ну а нам с пацанами будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы начинать лютую суету? Да! Естественно, поехали! Ну Go! Что, мы паркуемся, Бобян, дай нам небольшую фору и можешь выезжать. Две секунды, два, раз, два. Три, поехали, ну все, Бобян, попробуй догони. Ага, сейчас догоню, блин, и перееду. О, колесница еле едет. Реально, друзья, это не тачка, это самая настоящая колесница. Опа, 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 двоим, раздон, раздон, надо делать, что-то делать. Ломали колеса, Андрюха! Ё-моё, блин. Ебой, сломали колеса бабузяку, друзья. По кайфу! Я вам сейчас колеса в палки встану. Ага. Ой, палки в колеса. В палки встану! Он без колес, Андрюха! Да я уже полетел вниз, Димон, я скинул. А я, друзья, выжил. Смотрите, моя тачка, она выжила, блин, и я могу продолжать ехать! Блин, капец, как она у тебя выжила? Вот это прикол! А давайте, парни, попробуем втроем уехать. Ну что, ребятки, сейчас мы будем втроем угонять от таких больших колесниц. Ну чё, парни, вы готовы? Конечно же, мы готовы, друзья. Опасные колесницы смерти. Супермашины будут догонять нас на опасном спуске. Ну что, Андрюха, давай отсчет. Мужики, 1, 2, 3, go! Ну все, поехали, пацаны, они за нами, блин! Вперед, блин! Ё-моё! Они нас догоняют, осторожно, одна поехала прям супер быстро, вторые что-то медленно едут, что происходит, сейчас, парни? Они сейчас запутаются, смотри! Что за суета, мужики? Бобян, осторожно! Зараза! Она меня переехала!
Сначала мужики! Вторая! Ужасуем! Воу, парни, я приехал! Все, друзья, я приехал! Че это вообще за прикол? Они, блин, это там запутались сами с собой, блин, вообще. Самими собями. Самими собями. Они мне очень сильно повредили мое правое колесико. Вот это у них, конечно, колеса. А знаете что, парни, а что будет, если этих тачек будет еще больше? Ой-ой-ой. Надо будет посмотреть. Смотрите, ребят, сколько опасных колесниц поедет за нами. Их огромное количество, их гигантские колеса направятся на нас прямиком на опасном спуске смерти. Ребята, поддержите нас, пожалуйста, в комментариях. Нам будет очень сложно победить эти все тачки, парни. Это будет лютое безумие и настоящий угар. Блин, ну что, 3, 2, 1. Поехали, парни, поехали, поехали. Мы победим. Они едут за нами, все, друзья. Бабян, колесницы, что ты делаешь, Бобя? Зачем ты меня? Она меня оседлала, не пускает. Димон, скидывай его. Я его скинул. Ай, блин. Они все едут, сейчас друзья. Я подвижу. Ё-моё, что происходит, блин? Они ломают тачки, это парни. Это суета. Ай-яй-яй, закинули. Давайте газку, парни, там газку, уже целое газку, это. Ой, блин. Автохлам летит, блин, лавина. Я ничего не вижу, какой-то это камнепад. Ё-моё. Димон, я тебя врезался случайно. Лавина из машин, там, Андрюха, на нас летят обломки. Ой, всё, ой, меня сбило. Капец, блин, вот это, друзья, лютая жесть. Это вообще как такое возможно? Кайф. Всё. Колеса на всем спуске. В натуре. Ребятушки, давайте, мы сейчас будем пробовать второй раз. Надеюсь, у нас все получится. Мужики, вы готовы? Наперед! Ну, конечно же, мы готовы, ребят. Мы должны доехать до самого конца и не поддаться. Мы должны доехать, и эти машины не должны нас никаким образом не остановить. Мы доедем, мы победим. Мы доедем, мы домчимся на оленях утром ранним. Ну что? Поехали! 3, 2, 1! Наша суета начинается, парни! Блин, они на уже выбегаются! Бобян, газуй, блин! Тачка! Бобиса повязали, блин! Андрюх, что ты делаешь? Ой, пацаны, он меня подрезает, блин! Ай, блин, бортовой! Ой, ДТП, ДТП! Димон, тебе переехали! Здорово, Димон! Они меня просто переезжают раз за разом, друг за другом! Зачем? Вон они гонят! Офигеть, Андрюха! Помогите! Поехали, догоним и переехал! Да я уже расломался, блин! Сейчас еду! Еще одна меня расфигарила, парни! Это вообще как? Уехать это от них спуск. Невозможно. Спуск. Ага, спуск смерти. Смерти, блин, вообще. Ну чё, парни, поехали. В натуре с вами пила, блин, пацаны. Мы теперь эти самые микрочерики, парни. Мы микро. Нас приплющило, пацаны, блин. Залепила. Меня в натуре залепила. Вот это прикол. В натуре, брат. Ну что, друзья, у нас, посмотрите, какие машины. Мы вам говорили, что будет много приколов, много разных прикольных тачек. Ага. И у нас тачки, друзья, приплюснутые. И самое интересное, что Тарантайка. Они едут. И мы попробуем на этих тачках уехать от нашей колесницы безумия. Ну что, парни, 3, 2, 1. Мы начинаем, друзья, наш побег. Поехали, парни. Не опущено, а занижено. Нормальные парни на заниженных тачках едут, блин, пацаны. Все по четкому, по кайфу. Ой-ой-ой, я еще еду, парни, кстати. О, Бобя, все, я приехал. Бобян! Это что за газета такая? Все, Бобян, мы приехали. Это не машина, это листок бумаги. О, это да. Фольга. Что-то в этот раз не получилось, мужики, да? Ага. Давайте попробуем еще разочек. Чуть-чуть прямо отъезжаем. А если мы под ними проедем? И поехали. Ну сейчас вот и посмотрим. Давайте чуть-чуть форы. И поехали, поехали, поехали. Парни! Ты что там, Бобис, Андрюха, едь, Андрюха! Не получается, она не сломалась. Они просто через меня переезжают. Пацаны, садитесь ко мне, садитесь ко мне, блин. Я сел. Уже. Я еду, парни, еду. О, блин, нифига ты мчишь. Супер скорость! Мы доедем, супер! Мы промчимся! Офигеть, давай между ними! О! Колесо! О, парни, а еду! Можно через тему! Я не знаю, все, я походу уже останавливаюсь! Ой-ой-ой, закинули! Переехали и закинули! Прижмитесь к обочине! Прижмитесь к обочине! Как будто не прижимаемся! Прижался, парни! Я сейчас в этот водопад, блин! Водопад! Я стану водопадом! Нет, я не доехал! Не поплаваешь! Безводных процедур! Сегодня, вот шеф. Это прикол, друзья, лютый, блин. Кайф. В общем, друзья, наше безумие продолжается, и у нас здесь вот такие машины, супер узкие.
Это, наверное, самая узкая машина в мире, друзья. И сегодня у нас была самая плоская, самая узкая машина в мире. Плюс эти колесницы, друзья, на самых больших колесах у нас продолжают на нас охотиться. И мы с пацанами сейчас попробуем уехать. Только, друзья, небольшая сложность. Если эта машина долго стоит, она падает. Примерно как там мопед или велосипед. Ей надо двигаться, чтобы стоять на колесах. Иначе все, иначе будет смерть. Ну что, парни, выравниваемся и отправляем колесницы прямиком за нами. Вперед! Ну что, все, поехали, парни. Едем, едем, едем. Пробуем уехать. Блин, это баланс держать. А что, Андрюхи, с колесом переедем? Пацаны, это меня прокинуло. Ты что, прокидываешь? Я не успел даже линию переехать. Ё-моё. Меня не задавило. Меня задавило тоже. Надо, парни, сильнее просто разгоняться. Давайте заспавнимся и за машинками поедем. Потом второй раунд еще сделаем. Давайте просто разгоняемся. Супер быстро, друзья. Как держать? Супер быстро. Как ехать на этой тачке? Вау, я еду, пацаны. Едем? Ай, прямиком за этими колесницами. Я сейчас... Вау! Пацаны, я вписался с мега-скоростью. Это был мега-бом. Офигеть. Бом-бом. Давайте, короче, сейчас раунд. И прям сразу поедем супер-быстро. Давайте, давайте. Ну что, мужики, поехали, поехали, поехали. Все-все-все, разгоняемся, разгоняемся, блин, разгоняемся, зараза, парни. Она падает у меня. Разгоняемся. А у меня вот теперь тоже начало падать, блин. Но я еще еду, пацаны, она упала. Почему она у меня упала? Ай, меня переехали. Все, меня переезжают. Ладно, гоним еще, гоним, гоним, гоним. Я еще еду. Главное до спуска. Андрюх, ты понял, да? Ты разгоняешься, не виляйте. Меня уже уничтожили. Подбили, подбили. На этих узких машинах очень сложно нормально ехать. Есть пробитие, уезжай всех, пока можешь. Пацаны, смотрите за мной! Уже поздно. Ух, нифига себе. Уже поздно, они просто вписались, блин, эти колесницы. Вот это да. Тебя съели. Вот это жизнь, парни. Ну чё, Андрюха, ты готов уезжать от Димона на такой большой колеснице, как у него, блин? Да, мы справимся с этой колесницей. Ну что, Димон, ты готов нас догонять, точнее пробовать? Ха-ха, ну что, друзья, моя очередь догонять пацанов на этой тачке. Ну все, парни, раз, два, три, поехали. Разгоняемся. Суета попробуй пошла. Попробуй догони, Димон. Ну все, я еду, парни, я уже разгоняюсь. Сейчас мы его запутаем. Смотри, самое главное, чтобы колеса офигеет у меня. А что, бабянчик, запутаем? О, проехал. Чего, обидненько? Я разваливаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Господи, что происходит? Еду на добивание, еду на добивание. Куда я полетел? У меня колеса развалились. Капец, блин, тачка никуда не поехала. Может, не выдержала. Ну вот, парни, вторая попытка. Давайте едьте от меня. Догоню вас. Погнали, погнали, погнали. Тебе второй попыток не поможет, понял? Опа-опа, куда ты там, бабян, блин, а? Что ты там обманываешь? Давай, обламывай ему колеса. Бабян, помоги! Помоги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Куда я полетел? Это ситуация патовая, конечно. Куда вообще, блин? Куда? Здорово! Я приехал, парни. У меня водные процедуры по плану, мужики. Давайте, до свидания. Давай, поехал. Давай. Водные процедуры. Смотрите, ребята, Андрюха полетел, полетел, братуха. Водопад! Ой-ой-ой-ой. Здорово, бабян. У тебя без процедуры, да? Да. А, ну по кайфу давай отдыхай тогда. Давай, давай. А, ну давай. Мужики, сейчас вы попробуйте на вкус мою императорскую колесницу. Бегите! Поехали, бабян, от него. Короче, давай, друзья, давай. Мы на плоских машинах сейчас от Андрюхи уезжаем. Давай, Бобис, блин, поехали. Мужики! Ну не смешите, козла капусты, ё-мо. Сейчас вам будет конец. Ты, получается, козёл? Да! Я согласен, что мы капуста, мы похожи. Бобян, блин! Первый пошёл, второй помоечку. Он переехал, Бобис, я ещё еду. Друзья, суета, суета. Наш спуск еще работает. Суета, а со мной ты что? Моя колесница нет. Андрюха все улетел. Андрюха до свидос, блин. Пока-пока. О, вы записались тоже спа-процедуры. Ага. Да. Ну что, ребятки, взяли мы 2D-машинки, сейчас мы уедем от них, на них от Андрюхи. Ну все, поехали, давай, Андрюха, глотай пыль. Ну, давайте, поезжайте. Давай, я поехал. Погнали, Бобис, там не поворачивай просто. Бобяк, меня заносит, брат. Чего вы такие быстрые? Брат, я упал. Спавнись, Бобян, поехали за Андрюхой. Поехали. Давай. Не понял. Мы его надурили, это был наш план. Сильно не разгоняйся, Бобис. Вы что Андрюха там развалился, блин. Андрюха, я лечу к тебе.
Давай попробуй. Не поворачивает, братан. Нифига ты пролетел от скейтборда. Все, до свидания. Ну что, друзья, давайте попробуем уничтожить вот эти прикольные машинки с какого-нибудь там трамплина. Упадем сейчас в ущелье. Ну что, ребят, сейчас мы на этих 2D-машинах полетим с опасной скалы. Мы нашли жесткий обрыв, сейчас попробуем чуть-чуть проехать, и наши маленькие тачки полетят вниз. Мы посмотрим, как они жестко разломаются, а также, парни, посмотрим, сможем ли мы выжить вообще в этой аварии и так далее, блин. Ну что, вы готовы, пацаны? Да. Ага. Вы так стоите, как будто у вас не две машины, а одна нормальная. Ага. Так и есть вообще-то. Ну что, блин, давайте. Раз, два, три, поехали, пацаны. Let's go. Поехали. Вау! Вперед! Мы летим на самых узких тачках в ущелье! Пацаны, я еще и дальше полетел! Вы смотрите, что происходит! Вау! Ой-ой-ой! Разные стороны! Ой-ой-ой, пацаны! Ой-ой-ой! Ой, блин! Ты горишь, кстати. Мне кажется, друзья, в этой аварии невозможно выжить, потому что машины узенькие и никакой безопасности. Давайте, парни, еще разочек. Давай. Быстренько, раз, два, полетели, пацаны! А ну-ка, блин, давай вместе! А мы вот, как эта машина, поехали, смотрите, вон! Парни! Я вижу, вы застряли так друг в друге! Ну что, едем дальше, Бобян! Вот они, бам! Как бабочки! И все, друзья, и просто в смятку мы в смятку прилетели! Яйца смятку. Мужики, как вы думаете, мы в этих микрочеликах выживем вообще, а? Мне кажется, мы уже мертвые там. Кстати, да. Ну чё, ладно, 3, 2, 1, поехали, ребят. Сейчас главное улететь отсюда. Помчимся. Ой, узенькие тачки. Ё-моё, ребята, летим прямо вниз. Оп, оу. Просто жестач. Просто максимальное жесткое разрушение. Угары безумия. Ну что, ребята, на этом наш увлекательный видеоролик и заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать. Beam and G-Drive и в других играх. А с вами сегодня были Овер, Фонни, Бобби. Ссылочки на каналы ищите в описании. А на этом у нас всем, всем большое спасибо. Удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзьяшки. Алло, чуваки.